Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале агентства недвижимости «Дом Мерсине». Вы, наверное, подумали, что я буду вам показывать квартиру вот в этих шикарных домах. Нет. Сегодня я вам покажу дуплексы в обычном турецком доме. Верхняя Алата 400 метров до моря и в шаговой доступности от всей городской инфраструктуры. Пойдемте смотреть. Итак, мы на четвертом этаже будем с вами смотреть дуплекс, который состоит из трех комнат, салона, трех санузлов и двух этажей. Начнем с коридора. Здесь он достаточно просторный, подвесной потолок с точной подсветкой. И сразу же при входе у нас огромный гардероб. Хочу отдельное внимание ему посвятить, потому что здесь у вас как и небольшой складик, и можно сделать еще дополнительные шкафы, например. Ну, здесь есть большие шкафы в пол, куда вы можете сложить достаточное количество одежды и обуви. И здесь вот такой еще предбанничек, куда вы можете ставить, например, пылесос или какие-то хозяйственные вещи. Высокие потолки в квартире. Квартира очень светлая. Причем у нас здесь два варианта, которые смотрят на север и на юг. С левой стороны у нас гостевая комната, примерно 10-12 квадратных метров. Со всех сторон дороги, поэтому у вас нигде никакой вид не закроется. Высокий этаж, здесь летом будет прохладно, а зимой очень тепло. В этой комнате у нас также элемент подвесного потолка с точной подсветкой. На полу ламинат и три розетки. Хорошие двери, все выполнено из матового белого материала. Сразу же идем дальше, и вот прямо друг против друга у нас два санузла. Один просто туалет и раковина с зеркалом, если захотите, можно сделать душевую кабину. А с этой стороны у нас уже достаточно просторный, посмотрите, санузел с душевой кабиной. Также здесь уже вся сантехника есть, окно есть вентиляционное. И потолок у нас из пластика. Кстати, пластик намного лучше, чем обычный гипсокартон. Итак, друзья, далее мы проходим в кухню-гостиную. Здесь планировка такая же, как в квартирах на третьем этаже, я вам недавно показывала. Большой просторный зал, два окна в пол. Красивые виды на горы и даже на море видно вот с дуплекса с последнего этажа. Все выполнено в светлом цвете, белая матовая кухня, все выводы под технику имеются и балкон. Здесь два балкона на первом этаже, вот именно в зоне кухни, примерно 7 квадратных метров, хорошая площадь, все, и сюда можно поставить стол со стульями и вид на город. Здесь у нас проходит трасса D400, но дом где-то в 150 метрах от трассы, поэтому не прямо на дороге стоит. Но шум немножко есть, скажу вам честно. Кто любит городскую жизнь, к этому, в принципе, готов. Вот мы с вами посмотрели первый этаж, а теперь идем на второй. Здесь мраморная лестница, есть поручень, сделан он из серого цвета.
Итак, друзья, мы по мраморной лестнице поднялись на второй этаж. Здесь у нас между этажами довольно-таки большое окно. За счет этого здесь очень светло, даже на лестнице. На втором этаже у нас две спальни и отдельный санузел с душевой кабиной. Давайте посмотрим сначала первую спальню. Здесь у нас есть балкон, который смотрит на южную сторону. Видно город и море. Красивые виды. Вот потолок, как вы видите, такой треугольный, потому что здесь уже крыша. Есть уже подсветка в самом потолке. Одно окно у нас в пол, которое выходит на балкон. Не знаю, камера передает или нет этот вид, но действительно очень красиво. Новые современные дома, море, прекрасная локация. Еще раз скажу вам, что здесь все рядом. Фермерский рынок, школы, магазины. Пожалуйста, маршрутки каждые 5 минут в любой район. И до моря 400 метров по прямой дороге к шикарному парку, и прямо вы выйдете на городской пляж. Пойдемте посмотрим дальше. Напротив этой комнаты у нас общий санузел. Здесь у нас установлена душевая кабина, есть шкаф, но я бы, например, этот шкаф убрала, потому что он очень громоздкий и занимает много места. Можно сделать что-то поуже, потому что сюда можно положить только полотенце. Раковины нет, но ее застройщик доделает. Шкафчики, зеркала, высокий потолок, посмотрите, потому что последний этаж, душевая кабинка, все стоит. В общем, хороший санузел, я бы только убрала вот этот шкаф. И дальше идем в следующую комнату, огромная комната. Я сразу представила своего сына, который здесь бы сидел и играл на гитаре, потому что отличная акустика, высокие потолки, прекрасные виды, романтика и большая площадь. Так что, ребята, кто искал дуплекс в наших районах, он есть, обращайтесь. За стоимостью пишите мне на WhatsApp, либо переходите в описание. Спасибо всем, кто смотрит наш канал. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. До встречи в Мерсине!